платье Стелла, это выбор нашей Лены. Обратите внимание, дорогие друзья, что трикотажно-вискозное полотно будет струиться по вашей фигуре. Ну и, конечно же, у нас 5 цветов на выбор. Эффектный дизайн, то платье, о котором вы мечтали. Платье, которое украсит любую женщину. И сегодня оно украшает не только наших моделей, это выбор нашей ведущей. Да, девушки, это именно так. Это мой сегодняшний выбор, которым я более чем довольна. Платье, в котором мне просто потрясающе комфортно, и я чувствую себя красиво. Ну что ж, мои дорогие, мы же от всей души желаем, чтобы и каждый из вас чувствовал себя такой же прекрасной. Давайте посмотрим, какие у нас цвета. А у нас для вас 5 цветов на выбор. И первый цвет, который вы видите, вкусная брусника. Обратите внимание, насколько географический прид присутствует здесь. И следующий цвет, это ваш любимый терракот. Нежный персик, насколько он будет вас освежать. Да, это действительно очень красивый и модный цвет. Ну а мы идем дальше. И дальше у нас платье Стелла в голубых тонах, что тоже очень красиво. Ну что ж, мои дорогие, и это выбор нашей Лены для страстных модниц. Яркий красный цвет. И последний цвет, мой любимый, это потрясающий фиолетовый. Вы только посмотрите, обратите внимание. Редкие цвета, и они собраны в нашем платье. Размерчики пока есть от 50 до 64, но они заканчиваются, девушки. И я вам могу по себе сказать, мне действительно очень комфортно, очень удобно и очень мягко. Видимо, это из-за ткани, из-за фасона. Действительно потрясающе. Расскажи, пожалуйста, про ткань. С удовольствием, Леночка. Тебе действительно комфортно и свежо. Еще раз продемонстрирую твою красоту. Ты сегодня выбираешь это платье Стелла. Итак, мои дорогие, ликуйте. Это ваше любимое трикотажно-вискозное полотно. Та самая ткань, которая дышит. Вискозное полотно меня очень радует. Прежде всего тем, что это экологически чистый материал. Марина и Настя готовы продемонстрировать вам всю красоту. Итак, у Марины 52 размер. И она выбирает сегодня яркий, нежный, брусничный цвет. Обратите внимание, насколько стройна наша модель. А все потому, что наша модница выбирает правильные вещи. Итак, рост Марины 1,77 м. Настя сейчас выбирает яркий бирюзовый цвет. Обратите внимание, что Настя выбирает на размер больше, ведь она носит 48, а выбирает 50. Конечно, милые дамы, здесь все зависит от ваших предпочтений. Хотите больше подчеркнуть вашу фигуру, заказывайте размер в размер. Хотите, чтобы платьице сидело более свободно, заказывайте на размер больше. Напоминаю, что у нас широчайший размерный ряд от 50 до 64. Это действительно уникальное предложение. А ты заметила, дорогая, что здесь наш подол заканчивается фантазийно. Посмотрите на эту арку, именно такой разрез. Платье-трансформер вы всегда можете сделать длину длиннее, либо короче. Все, что вам нужно, это просто завязать кулиски. Посмотрите, как платье меняется, оно становится эффект тюльпана. Обратите внимание, мои дорогие, что это платье один из ваших любимых фасонов, потому что он моделирует женскую фигуру. Я просто обожаю вещи, которые можно менять по своему собственному усмотрению. Такая вещь никогда вам не надоест. По вашему настроению вы можете делать ее короче, длиннее, игривее или более официально. Это действительно просто уникально. А вы заметили, что у нас Т-образный силуэт, и за счет того, что плечи у нас раздвигаются, нижняя часть становится пропорционально уже. Это большой плюс для женщин, у кого тип фигуры груша. Обратите внимание, мои дорогие, что у нас геометрия. Та самая классическая геометрия, которая визуально отвлекает от недостатков фигуры. И ваша фигура становится намного выигрышнее, привлекательнее. Посмотрите, как стройнит это платье нашу потрясающую Марину. Действительно, ну разве скажешь, что это 52 размер? Максимум 48. Действительно, платье потрясающе стройнит. Когда-то в своих коллекциях Ив Сен-Лоран использовал именно такой принт. И обратите внимание, этот фасон будет радовать каждую женщину. У него нет возраста. Оно идеально подойдет как для молодой девушки, как, например, наша Настя, так и взрослые леди. Длина нашего платья 101 сантиметр. И я напоминаю, какие цвета у нас есть на платье Стелла. Ну что ж, самый мой любимый цвет, это, конечно же, сиреневый. Обратите внимание, как он идеально сочетается с бежевыми оттенками. Поехали дальше. И этот яркий брусничный цвет порадует вас не только вкусными оттенками, но еще и потрясающими сочетаниями ткани. Следующий цвет, любимый, это терракотовый, нежный персик, я его называю. Как он будет освежать ваше лицо? И, конечно же, мои дорогие, ваш любимый цвет, яркий бирюзовый, голубой. Я обожаю все эти сочетания и рада, что сегодня мы предлагаем вашему вниманию огромный выбор. А вот и твой выбор. А вот и мой выбор. Это платье Стелла в красных тонах, в ярких тонах, сочных тонах, в которых вы чувствуете себя
центре внимания. И я хочу вам напомнить, что у нас от 50 до 64 размера девушки размерчики заканчиваются. Но еще, Света, по-моему, это платье еще и очень удобное в уходе. Конечно, дорогие мои, пока Леночка рассказывала вам о преимуществах цены сегодня, я проэкспериментировала, ведь моя задача показать вам не только качество ткани, но еще и простой ход. Вы только представьте себе, что это платье совершенно не мнется. Постирали, повесили на плечики, оно никогда не потеряет своей формы, мои дорогие. Вот он, самый мой любимый цвет, яркий сиреневый. Еще раз посмотрите на эти яркие краски и посмотрите на цену. Вы сегодня можете купить себе не один цвет, позвольте немного больше, порадуйте себя.